Здравствуйте, дорогие друзья! Название рек Евразии в подавляющем большинстве относится к глубокой древности. Считается, что название рек наиболее устойчиво во времени. Однако смены поколений и состава населения, разрушительные катастрофы и войны приводили к искажению и изменению звучания названий. Между временем появления названия и временем фиксации и регистрации проходят сотни и тысячи лет. Как правило, названия закреплялись в памяти местного населения. И в этой форме передавались землю строителям или топографам. Иногда названия рек фиксировались путешественниками с академическим образованием. Разбираясь в этом вопросе, нам нужно в первую очередь понять, как могло появиться именование реки. Вариантов на самом деле не так уж и много: по местности, по какому-то событию, по виду живности вылавливаемой из реки, в память какого-то деятеля или по аналогии с уже существующими названиями, как, например, Новоерусалимский монастырь, который стоит на реке Иордан, она же Истра, в Московской области. То есть именование любой реки в любом случае не могло быть случайным. При этом нужно понимать такой момент, что именовать короткие реки в пределах одного города или села – это одно, так как все население будет называть эту реку одинаково. Однако именовать длинные реки – это совершенно другое дело – так как на всем своем протяжении длинная река может протекать через несколько сел, городов, областей и даже стран. И чем длиннее река, тем сложнее договориться с ее названием. И как бы ни была развита торговля по этой реке в старину и общение всех жителей, живущих вдоль ее берегов, все равно в каждом месте эту реку будут называть по-своему. И чтобы на всем протяжении реки установилось одно название, это нужно или назначить его специально, так сказать, указом сверху, или от рождения принять то название, которое все используют и которое неизвестно, кто и когда придумал. Поэтому не стоит смотреть на исторические события как на давно минувшее и не имеющие своей важности из-за срока давности в кавычках, так как всякое событие не может пройти без его влияния на будущее. Говоря о времени появления названий рек, археологи и историки не особенно его детализируют. В большинстве случаев называют его мезолит-неолит. С их археологическими культурами и все. Но археологическая культура в известном смысле абстрактна, а ведь по берегам рек жили реальные люди, которые рождались и умирали, любили и страдали, воевали и роднились, и как-то оценивали себя, свою жизнь, сами называли себя какими-то конкретными именами. То далекое от нас прошлое было для них реальным настоящим. Именно поэтому наименование рек является в прямом смысле лакмусовой бумажкой истории. А если учесть, что всю историю нам написали, то вопрос географии и топонимики вообще, и именование рек в частности, это вопрос уже не кажется чем-то случайным. Кстати, если кто не знал, то нашу историю нам именно написали. Для тех, кому сложно принять, что это было в 19 веке, расскажу официально признанную точку зрения, что история России была придумана в созданной в период правления Петра I Петербургской академии наук где основной частью академиков-историков были немцы. На историческом отделении за 120 лет было 33 академика-историка, из которых только трое русских, включая Ломоносова. Остальные немцы, которые писали историю Руси, причем некоторые из них даже не знали русского языка. Этот факт хорошо известен профессиональным историкам, но не афишируется. И больше всего в написании истории отличились Миллер, Шлёцер и Байер. Однако, как потом признавался Шлёцер, 1769 году, цитата, «Для серьезных читателей я не способен написать связанную русскую историю, тем менее для ученых, историков, критиков». Конец цитаты. И заметьте, друзья, именно эта история и называется официальной, и именно ее преподают в школах. Но вернемся к нашим рекам. И чтобы не быть голословным, предлагаю разобрать конкретный пример. Река Ака, которая приток Волги. Для начала смотрим, что нам говорит официальная точка зрения про Аку. Итак, краткая официальная историческая справка. Ака – река в европейской части России, крупнейший правый приток Волги, длина – полторы тысячи километров, площадь водосборного бассейна – 245 тысяч квадратных километров. Основная версия происхождения названия – от латинского слова «аква» – «вода». Также есть различные версии балтийских и финских происхождений. До упоминания в 1146 году в Никоновской летописи бассейн на Ки был землей вятичей, которые расселялись здесь в начале IX века и славились качественной металлургией и надежным строительством. Теперь это территория современных Орловской, Тульской, Калужской, Московской, Рязанской и Липецкой областей. Еще до принятия христианства киевскими славянами-полянами родоначальник приокских земель Полянин вятка, пришел со своим семейством из диких полей своей родины в дремучие непроходимые леса на реку Аку, где племя его размножилось под именем Вятичей, ассимилировав финнов, древних обитателей этих мест. Так до нашего времени остались древние названия поселений и рек в Тульской области, которые, по мнению официальных историков, прямо указывают на финское происхождение. Ака – исторически важный водный торговый путь в европейской части России – который, подобно пути из Варяг в Греки, именовался из Варяг в Персы. Конец краткой официальной исторической справки. Помимо того, что Ака, которая река в европейской части России, крупнейший из правых притоков Волги, еще Ака, которая река в Тверской области, приток Куньи, еще Ака, которая река в республике Татарстан, приток Сухой Улемы, еще Ака, которая река в Западной Сибири, приток Амии, еще Ака, которая река в Восточной Сибири, левый приток Ангары. Еще Ака, которая река в северо-восточной части Башкирии, приток Ика. Еще Ака, которая река в Испании. И это все разные реки. Также Ака уже кислица клубненосная, растение семейства кисличных. Ака единица веса в Турции, Греции и Египте. Есть еще средняя Ака, по-башкирски Урта-Ака, деревня в Мечетлинском районе Башкирии. И так далее, этот список можно долго продолжать. А еще Ака – это мужское имя, не самое распространенное, но используемое до сих пор. Также, рассказывая про Аку, не могу не упомянуть древнеиндийский эпос Махабхарата, который считается величайшим памятником культуры, науки и истории. Изначально это было повествование о междуусобице народов Куру – живших более 5000 лет назад между Индом и Гангом. Постепенно к основному тексту прибавлялись новые, и до нас Махабхарата дошла, содержащая почти 200 тысяч строк стихов в 18 книгах. В одной из них, названной «Лесной», описаны священные источники воды, реки и озера древней страны, земли, на которой и разворачивались события, рассказанные в великой поэме. По мнению некоторых исследователей, страна Курукшетра, описанное в Махабхарате, ничто иное, как приокские земли-пятичей. Река Ганг – это Волга, а река Ямуна – это наша с вами Ака. Не случайно в течение Аки то там, то здесь попадаются реки с названиями Ямна, Ям, Има, Имьев. Чтобы убедиться в этом, не требуется особых усилий. Достаточно сравнить названия приокских рек с названиями священных корениц в Махабхарате в той части, которая известна как хождение по креницам. Но говоря о стране Курукшетри, заметим, что завершающим событием повествования была грандиознейшая битва в 3102 году до нашей эры. Однако, как свидетельствуют данные официальной науки, индоевропейских племен на территории Ирана и Индии в это время еще не было, а жили они гораздо севернее. Сейчас я не буду пересказывать эту версию или давать ей оценку и комментарии. А предлагаю вам лично с ней ознакомиться, как говорится, для общего понимания. К тому же она довольно-таки интересная с точки зрения именования рек, хотя и не лишенная недостатков. Ссылка на статью будет в описании под фильмом на YouTube-канале «Неофициальная история». Кстати, если кто захочет поглубже копнуть эту тему, то могу еще порекомендовать книгу Александра Александровича Кривошеева, которая называется Система наименований индоевропейских рек с начальных времен. А именно ее восьмой раздел, где очень просто объясняется родственность слов в разных европейских языках и рассказывается, как такую связь можно найти самостоятельно. Эта книга подтверждает версию, что не было никаких легендарных Родима и Вятка. А свое название Вячичи получили от искаженного Водичи, по аналогии с древлянами, полянами, кривичами и так далее. Ссылка на эту и многие другие книги также в описании. Для тех, кому тема интересна, там есть много чего почитать. Мы же возвращаемся к нашей ОКЕ и предлагаю подойти к вопросу ее именования с совершенно другой стороны со стороны Тартарии. По нашему мнению, правильнее говорить Татария и вот почему. Британцы добавили букву R. Но R это не произносится как звук, а лишь как предыхание. Тата это папа на Старославянском. От него произошло и имя Татьяна то есть Татина, ударение на И. Имя Татьяна до сих пор сохранилось в украинском языке. Татьяна, Татина означает папина дочь. Так, кстати, и сейчас говорят. А тогда говорили Татина дочь или Татин сын. Было и мужское имя Татин. То есть Татария это отечество, земля предков. Сравните с Тартарией, которая означает Тартар, ад, выжженная земля. Смысл меняется кардинально. И вот тут есть такой интересный момент. Слово «тать» в современном понимании – враг, вор, разбойник. Но с другой стороны, в народном фольклоре не используется слово «тать», а употребляется слово «урок». В современной транскрипции понимания – урка, уркаган, бандит, вор, грабитель. Этот вопрос очень хорошо освещен в работе Владимира Леонидовича Кляус, который называется «Указатель сюжетов и сюжетных ситуаций, заговорных текстов восточных и южных славян». Ссылка на нее также в описании. Почитайте, не пожалеете. То есть, это не что иное, как намеренная подмена понятий. Тату – отец, тать – вор. Кстати, в Библии второе послание Петра, стих 3.10, есть такие строки, цитата. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля, и все дела на ней сгорят». Конец цитаты. При этом – Большинством толкователей Библии слово Тать в этом стихе объясняется именно как вор. Но попробуйте прочитать этот стих, читая слово Тать, как отец. Смысл явно другой становится, особенно если не воровать стих из общего контекста. Так или иначе, но слово Тать не прижилось в разговорном языке, а слово урок урка осталось в употреблении. Но вернемся к нашей теме про реки. Как мы помним из официальной информации, родоначальник Вятичей, Полянин Вятка, перешел со своим семейством из диких полей в дремучие непроходимые леса на реку Аку. Сейчас не будем затрагивать причины, мотивировавшие их на переселение, но, судя по всему, они были весьма весомы, так как тяжело покинуть обжитые места, где все родное и знакомое. Люди, у которых семьи просто так, ни с того ни с сего, не кинутся странствовать и искать новое место жительства. Однако, вятичи, согласно официальной истории, покинули свою прародину, перешли и обосновались в Приокских землях. При этом в Лаврентьевской летописи написано, что Вятка сел не по Аке, а по Аце. Это важный момент, поэтому на нем хочу остановиться подробнее. В интернете встречаются различные варианты написания летописи: через букву ОТ и через букву ОМЕГА. Внешне буква ОМЕГА похожа на латинскую букву W. Это буква церковнославянская она соответствует древнерусской букве от, которая такая же как омега, только наверху у нее диакритический знак. Для сравнения современные буквы и и краткая. И суть тут в том, что в разных вариантах лаврентийской летописи, приведенных в интернете, написано по-разному. Где через букву от, а где через букву омега. И разница тут существенная. Ведь в вариантах, где написано через букву омега, звук Т пропадает, Потому что омега читается как длинная О, а буква ОТ читается как короткая и имеет звук ОТ. При этом смысл получается совершенно разный. Поясню. В одном случае написано, что Вятка сел по отце, то есть поселился на землях своего отца как такового. И река тут совершенно ни при чем. А в другом случае, когда написано через букву Омега, после того, как потеряли звук Т, осталось Вятка сел по отце, а это может означать вообще что угодно. И учитывая, что еще сто лет назад больше цокали, а потом С перешло в К, как, например, сейчас буква О переходит в букву А, в акующий говор, а иногда даже в якающий, так и буква С менялась на букву К. Вот и получилось. АК. Кстати, у славян вендов отец так и звучит. Отца. Таким образом, мы можем сделать вывод, что при переписывании о сохранении достоверности совсем не беспокоились а возможно искажали намеренно. Однако тут есть один немаловажный факт. Те, кто переписывал летописи, как бы не морочили нам голову тем, куда же поселился Вятка со своим семейством, для нас главное то, что река Ака в любом случае уже носила свое название. Еще один вывод мы можем сделать в написании, что по-старорусски Ака пишется как Отца, а по-церковнославянски она пишется как Отца. То есть так или иначе, но для вятичей Ака означает отец или тату. И сама татария, то есть отечество, как раз и была в приокских землях. А учитывая, что Ака, согласно официальной истории, это экономически важный водный путь, который именовался из варяг в Персы, то подобное отношение к реке, как к отцу кормильцу, вполне объяснимо. Говоря нашим современным языком, этот путь давал возможность неплохо зарабатывать тому, кто его контролировал, и составлял весьма серьезную конкуренцию другому пути, который именовался из варяг в греки, и перебивал этот весьма прибыльный бизнес, что не могло понравиться соседям вятичей, и как следствие многочисленные войны за право контролировать эту территорию. Понимая это, версия официальных историков про так называемые татарские набеги звучит совершенно по-иному. Также по-иному воспринимается информация, что земли Вятичей долгое время не входили в Единую Русь и вятичи – самые последние из славянских племен, кто принял христианство. Официальная информация говорит, что в Древней Руси Ака и ее притоки были частью путей, соединяющих Дон с Волгой. Существовало как минимум три перехода из Аки в Дон, из которых два – водные, а на третьем использовался Волок. Кстати, про этот Волок уже был рассказ на канале, если кому будет интересно, то ссылка также в описании. До 1860-х годов Река Ака была судоходна от города Орла, но только вниз по течению, во время половодья и с использованием накопительных плотин. Во второй трети 20 века Ака была судоходной от города Чекалин, Тульская область и ниже по течению. В начале 21 века судоходство на Аке осуществлялось уже от Калуги и ниже по течению. В 2007 году из-за падения уровня воды в реке частично было приостановлено судоходство. Ситуация повторилась в 2014 и в 2015 годах. То есть АК милеет. И это может быть вызвано всего двумя причинами: либо воды стало меньше, либо наносов в реке стало больше. Но возможен и третий вариант, включающий в себя оба предыдущих. За прошедшие годы исследований мы не могли не заметить такую вещь, как мелководье посередине широкой реки. Причем это не в одном месте а в очень многих местах, посередине реки, можно спокойно идти пешком по песчаному дну, не замочив даже колен. Не спорю, есть глубокие места, но их все меньше. И тут очень важным моментом является тот факт, что берега Аки глиняные или вообще чернозем. Подчеркиваю, и именно берега, а не намытые поймы. Однако отложения на дне и острова вдоль течения Аки, они песчаные и даже мелкокаменные. Естественно, что вы скажете, что песок тяжелый, вот и выпадает в осадок, а глина и прочие мелкие частицы легче и уносятся течением. Собственно, с этим никто и не спорит. Однако, друзья, вы никогда не задумывались, откуда этот песок в таких объемах взялся в центральной России? У нас ведь не пустыня. И если где и есть песчаные грунты, то там так называемый горный песок, он мелкий и желтый. Помню, в детстве даже руки с трудом от желтого цвета отмывались. А в реке песок речной, крупный и более серый. Естественно, этот песок намыт с территории водосбора реки. С этим тоже никто не спорит. Но вот сейчас, друзья, я предлагаю вам задуматься над объемами этого песка. Учитывая процентное содержание песка в обычном грунте на территории бассейна Аки, также учитывая, что песок тяжелее других частиц и остальное было вымыто водой, попробуйте представить, сколько грунта было смыто с берегов. При этом широкая река, имевшая глубину Позволявшую осуществлять судоходство, почти полностью замыто песком на всем своем протяжении. В наше время этот песок пытается убирать земснарядами, снарядами, а также добывают для строек. Однако это нисколько не улучшает ситуацию, а скорее, наоборот, еще больше ее осложняет. Ведь помимо большого количества песка, в оке уменьшилось количество воды. В недалеком прошлом Ака была полноводнее, глубже и шире. стою на ней. Но песчаная. В фильме, посвященном экспедиции 2019 года в Рязанскую область, я уже показывал этот участок карты. И сейчас хочу показать еще раз, потому что именно это место является самым наглядным примером того, какой широкой была АК еще совсем недавно. Но вы, друзья, можете то же самое на этом же примере применить к другим участкам реки, да и вообще к любым другим рекам, и провести свой анализ. Потом поделитесь, пожалуйста, в комментариях своими выводами. Будет очень интересно. Тут хочу заметить, что даже сейчас АК в этом месте судоходная. То есть глубина позволяет проходить не только лодкам, но и большим судам. А если посмотреть на изначальные берега Аки, на которых стоят деревни, то становится немного жутко от понимания, насколько АК замыта грунтом. Высота берегов над уровнем моря 136-138 метров. В то время как Поймаки имеет высоту всего 89-91 метр, это легко проверить по карте высот. Все, что в районе 90 метров, это засыпанная, замытая река. Это выделено красным. И не только Ака. Река Прони, впадающая в Аку напротив спас Рязанского, также засыпана грунтом. Это видно по расстоянию между деревнями на противоположных берегах. То есть по сравнению с тем, какой была Ака в прошлом, сейчас это просто жалкий ручеек. И да, я знаю про весенние половодья, поймы, заливные луга. Но если, по вашему мнению, я про них забыл, то также напишите про них в комментариях. А по нашему мнению, в прошлом, еще 200 лет назад, был иной климат. Было больше дождей и не было зимы и морозов. Поэтому и половодья никакого не было, так как не было снегов и их таяния. То есть в течение всего года река подпитывалась осадками равномерно. Более подробно вопрос о смене климата освещен в фильме «Парниковый эффект. Это хорошо или плохо?». Поэтому прежде чем удивляться, как это не было зимы, посмотрите сначала его. Как ни странно, очень много людей называют меня неучим или просят объяснить про смену климата. Между тем, фильм, в котором это все объяснено с научной точки зрения, уже два года лежит в открытом доступе, но его почти никто не смотрит. Друзья, выводов делать сегодня не стану, Предлагаю вам сделать эти выводы и написать их в комментариях. Это уже действительно важно. Или просто поделитесь мыслями или своими вариантами понимания услышанного сегодня. Также хочу порекомендовать канал нашего соратника по исследованию реального прошлого, который называется «Удивительное рядом». Он проводит исследования древних храмов, монастырей, карт. В его фильмах используются красивые съемки с квадрокоптера. А тем, кто хочет найти ответ на вопрос, почему в России в этом году была такая теплая зима, Рекомендую фильм «Вестники апокалипсиса». Ссылка в описании. На этом я с вами не прощаюсь. Впереди еще много интересного. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.